Закрываем глазки. Дышим ровно, глубоко, спокойно. Глубокий вдох. Глубокий выдох. Глубокий вдох. И выдох. И опустите свой узор в свое сердце. Представьте, что ваше сердце – это безграничное пространство. И в своем сердце опускайтесь все глубже, глубже и глубже. Все глубже и глубже. И там в глубине представьте, что проявляется источник с энергией, которая льется жемчужно-белого света. Представьте, как вы подходите к этому источнику. Посмотрите, насколько он активный. Нет ли там нерабочих компонентов? Если наблюдаете нерабочие компоненты, представьте, как вы до них дотрагиваетесь, и они от вашего взора начинают работать. И теперь прыгните в ваш источник. И вы оказываетесь в пространстве жемчужно-белого света. Почувствуйте, как эта энергия на молекулярном уровне соединяется с вашим телом. Вы становитесь энергией, и энергия становится вами. Вы едины. Вы наполняетесь этой энергией. И данная энергия входит в ваше тело, в каждую клеточку вашего тела. И прямо сейчас каждая клеточка вашего тела обучается сохранять энергию в себе. Впитывать энергию. В этот момент происходит исцеление рецептора. Происходит исцеление всего вашего тела. Почувствуйте, как ваше тело наполнено и заряжено энергией. Прямо сейчас происходит обучение, как наполняться энергией с различных источников.
Когда наше тело наполнено, и каждая клеточка заряжена энергией и обучена наполняться энергией с различных источников, прямо сейчас почувствуйте, что для вас возможно и разрешено улавливать потоки изобилия, денежные потоки энергии. И прямо сейчас тело обучается, и все ваше пространство обучается накапливать энергию, сохранять, аккумулировать в себе эту энергию. И что вам возможно и разрешено делиться энергией во внешний мир, когда вы находитесь в ресурсе. Потому что вы уже умеете улавливать источники энергии, улавливать энергию с различных сторон света, наполнять себя и из состояния ресурса отдавать это во внешний мир. И это значит, что все, что вы создаете, видите, внутри себя, это уже накопление. Наблюдайте, как вы отдавать начинаете с состояния ресурса во внешний мир энергию, в пространство, где вы находитесь. И вы видите вокруг себя энергию. И прямо сейчас происходит обучение всех ваших клеточек, что вы есть источник энергии. Вы есть тот самый источник, как магнит, который улавливает и притягивает к себе энергию. И каждый поток энергии стремиться к источнику, как к магниту, усиливая его и расширяя его. И теперь оглянитесь вокруг себя. Почувствуйте, что вы начинаете улавливать и видеть эти потоки энергии, что вы как магнит их притягиваете к себе. Это энергия с различных источников дохода. Почувствуйте, как деньги идут со всех сторон и вливаются в тело, наполняя его, вливаясь в каждую клеточку тела, делая его здоровым, наполненным. Деньги – это мощная энергия. Высоковибрационная энергия,
которая включает в себя не только энергию денег, но и энергию благодарности. А значит, она по своей сути очень мощная, высоковибрационная энергия. Почувствуйте, что деньги есть в вашем пространстве. Подумайте, что есть деньги есть в моем пространстве. Деньги есть во мне, в моей жизни. И прямо сейчас обучается каждая клеточка ощущать деньги в себе и понимать, что они есть в вашей жизни. Прямо сейчас подумайте. Квантовое поле. Отдаю команду. Проявить в моей жизни самым лучшим благоприятным образом. Легким, безопасным. Для меня и всех моих близких, родных. Всех, кто меня знает и окружает. Прошу проявить все источники доходов, с которых я могу получать деньги, ресурсы. Прояви их в моей жизни, в моем физическом пространстве в самые кратчайшие сроки. Я принимаю все то, что ты для меня подготовишь и проявишь. Благодарю. Да будет так. Прямо сейчас вы разрешили проявиться всем источникам, всем деньгам в вашей жизни. И у вас остается свобода выбора, свобода воли принять это или отказаться. Если какой-то источник дохода вам не понравится, вы можете легко от него отказаться, точно так же, как и принять источник дохода в своей жизни. Прямо сейчас почувствуйте, как вы выходите из своего источника в свое сердце. Посмотрите на источник, насколько он стал ярким, насколько он проявлен в вашем сердце. А может быть, вы стали единым источником. И по готовности возвращайтесь своим сознанием здесь и сейчас.